Hi everyone! We are Russian cover dance team named CBM from Gelatin's Family Entertainment, and today we're watching new comeback of EXO, which we've been waiting for a really long time. We're so much excited about this. And here we go, the song named I know the feeling, Chukatama, don't fight the feeling, yeah. У меня в голове это звучит очень похоже на песню Timberlake Can't Stop the Feeling. Поэтому у меня сразу в голове Can't Stop the Feeling. А это Don't fight the feeling. Подождите! Не узнать! Ну, как он, ладно, такой. Я не могу его узнать, капец просто. Кинсу, обалдеть. Реально он такой нам стал. Ну что, с каждым годом все моложе и моложе. Очень, веки пошли, отлично. Серьезно, Дио просто не узнать, я не вижу. Да. Он так возмужал, просто капец. Да классно, что ли? А танцы женского пола. Угу. Да, офигенные. Спасибо за Лея, мужики огонь, они такие все классные, красивые. Лайк. Подписка. Сердечко. Я читала комменты, все пишут, что
что не зовите меня на тусы, если там не будет этого трека. Серьезно, это прям очень крутой трек, это очень крутой релиз. И долгожданный очень сильно. Не, ну я офигела, конечно, что они и сильно решили добавить, просто все. И там весь фандом орал в Твиттере, и везде орал, не только в Твиттере. Так мы и сейчас орём. Да, и сейчас орём. Я так скучала по Сюмину. Это же вот, у меня всегда в EXO были два главных вот биаса, это Чен и Сюмин. Но Чена я больше не имею права любить так, как раньше, потому что у него жена и дети, поэтому я теперь его люблю чуть-чуть на расстоянии, но все так же сильно. Но не лов, не забывай. Я готова слушать этот трек на повторе. Собственно, я не готова, а я слушаю его на повторе постоянно. Я утром его слушаю, в обед слушаю, вечером слушаю, в полдник слушаю. Когда во второй раз на игре. Я его слушаю. Он нереально классный, он просто... So this comeback was amazing. I think that this song is like the title song of our summer this year, and we're gonna listen to it every day, every night. So, and we are so glad to see our boys again. Some of them are in the army now, some of them just came back, and no matter how many of them we can see, we still so must be in love with EXO, I guess. watch this video, don't fight the feeling, and don't forget to stream the video, and push your comments over our video to tell us about your reaction of this video. Thank you for watching, bye guys!